на поле прокручивал в голове фрагменты предыдущих встреч и, наверное, далек сейчас от состояния психологического равновесия. Парфенов с мячом обрезает атаку, которая могла бы получиться, но вот с грубой ошибки начинает Спартак. Локвин с удар поворотом и счет открыт. Вот это да! Вы знаете, по-чешски слово «внимание» — это позор. И то, что мы сейчас видим, это тоже позор. Филимонов разводит руками в стороны. Но как же можно начинать игру настолько, я не знаю, какие слова тут употреблять. Это не техническая ошибка, это элементарное разгильдяйство. Это то, почему «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов раньше времени. Игра «Спартака» никоим образом не претерпела изменений. Еще один опаснейший момент. И что будет? Удар поворотом и счет 2-0. К большому сожалению, игра «Спартака» не претерпела никаких изменений. Томаш Росицкий. Ну что, позор или не позор? Провалы в обороне, которые недопустимы для клуба даже уровня Кубка Интертото. Я не говорю о Лиге чемпионов. Евгений Бушманов. Почти все мячи в Лиге чемпионов забиты из его зоны. Вы знаете, перед матчем Олег Романцев давал интервью, естественно, журналистам. И вот на вопрос корреспондента «Спортэкспресса», какие вы... направление своего полета, так... Валерий Карпин забил гол в ворота сборной Украины. Именно потому, что стенка рассыпалась. И ни почему другому. Никакого высокого исполнительского мастерства тут не требуется. Надо просто сильно и плотно ударить по воротам. Вот то, что делает сейчас Виктор Булатов. И мяч в сетке. И счет становится 2-1. И уже немножко теплее становится, наверное, у ваших телеэкранов. И начинается какое-то подобие веселья на нашем, в нашем российском секторе трибуны стадиона «Летна». Веселье начинается еще и с помощью очередного метания ракет. Робсона Булатов. С точки зрения содержания, наверное, равная игра идет, но опасных моментов у ворот Филимонова было уже довольно много. А вот у Паштулки... Ну, два, три, наверное. Вот еще один. Ошибается вратарь чешской команды. И Артем Безродный счет сравнивает. Ну что, там весь запас пиротехники использован уже или нет? Грубая ошибка голкипера. И счет становится 2-2. Четвертый гол Артема Безродного в нынешней Лиге чемпионов. Четвертый гол в шести матчах. Соперника Лаборт опять идет к мячу. Все стандартные положения он выполняет. И тему болельщиков «Спартака» я продолжу после того, как будет разыграно это стандартное положение. Опять будет подача. Пробить отсюда довольно сложно. Подает Лабан. Удар поворотом. 3-2 в пользу «Спарты». Опять провал в начале тайма. Ну что же это такое? Неужели надо вот типично по-русски себе все испортить, чтобы потом с колен поднимаясь вызывать к себе жалости, какие-то комплименты? Ну почему же нельзя нанести первым удар? 3-2. Двадцать седьмой номер. Защитник Милан Фукал. Это будет Евсеев. 100%. Ну, а состав вы сами видите, Евсеев в запасе. Я, правда, не думаю, что тактические игры какие-то тут уместны в этой встрече. Лабант. Мощный удар поворотом. И от чьей-то головы мяч уходит за пределы поля. Головы или руки? Красная карточка Андрею Тихонову.
Но давайте ждать повтор. Я не хочу брать на себя ответственность и что-либо утверждать. Лабанд, мощный удар. Ну, совершенно верно. Прав Мишель Перо. И неважно, куда летел мяч. То есть, вернее, неважно, умышленно или неумышленно делал это Тихонов. Важно, куда летел мяч. Как раз наоборот, простите, я оговорился, конечно. Мяч летел в створ ворот. Еще раз, для тех, кто не видел. Рука, рука, а не короткая стрижка. Сколько удалений у Спартака. Это же надо так уметь играть. В такой группе, будучи играющей командой, не грубой, не жесткой, не разболтанной с точки зрения дисциплины. Нет, нельзя этого сказать о Спартаке. И столько красных карточек. И нет им оправдания. Каждую по отдельности, наверное, можно. А все вместе даже не хочется. Ну что, Лабанд, наверное, забьет опять сейчас с пенальти. А стадион свистит, потому что Тихонов демонстративно медленно уходит с поля. А Мишель Перо не дает сигнала пробитию 11-метрового до тех пор, пока Тихонов не исчезнет под трибунами. По правилам, удаленный игрок не может оставаться на стадионе. Он должен, не может оставаться около поля. Он должен уйти в раздевалку. Итак, Владимир Лабанд против Александра Филимонова. Да. Удар и мяч в воротах. 4-2. Как бы не обрушился сейчас тут под нами этот балкон. Это для тех, наверное, для тех, кто по-прежнему считал вылет случайным. Возможно, и для нас, журналистов. Кстати, самое интересное, что наиболее... И, возможно, опять мы с вами узнаем, что по игре мы были лучшими в этой Лиге чемпионов. Может быть, все выходят выигрывать, а мы выходим играть. И играем. Очередной штрафной, подача, удар Локвинца, 5-2! Да, вы знаете, это уже не шутки. Прыгает от радости Иван Гашек, а показали бы сейчас скамейку Спартака. Вратислав Локвинц. Третий гол в 5 матчах и третий гол в ворота москвичей. Да, но я вам скажу, что Спарта, между прочим, это, ну, судя по тому, что мы видели в этом турнире, это...